Всех категорически приветствую. Новый выпуск на YouTube. Реакция на клип, который сейчас будет далее. Не забывай ставить лайк, подписываться и оставлять комментарий. Ну что, погнали смотреть. Мудаки врать, доллар похуй, друг, да напиток курил Байден, ух, бля, как бы не высадил туда фантома Лоуда, бодрый, курва, надо отправить там плохое, кути мостак, бля, грязь, я заразен, мой флаг нафига. Я русский, это с глубокого детства спирала, сгадан, какие там надо в руках автоматы, по брату на НАТО ударь. Помимо этого еще есть, короче, Drill.ru, 1, 2, 3, 4. Так и набираете Drill.ru, 1. Там вообще уже выглядит, то есть там вот Drill.ru. Тот самый русский медведь, не смейте базарить впредь. Вы можете лишь во сне толпую нас одолеть. На меня сейчас пиздят, что я русский, буш пизди, тебе поделят на куски. Эй, пацан, ты сладкий как смузи, в России тебя переедет Land Cruiser. Потрясем на узел, отправим вас в музей, дрону тебя, потекешь на пусе. Нахуй всех друзей, тех, кто допустил, поливать грязью за то, что я русский. Я там, где курский, нет, ты не в курсе, где я там дусил. Сука, там мой стиль, мой клен тухростил, я ломал кости. Ты бы даст фокс кит, я на лакости, что ты запостил. Ты не серьезный, много базаришь, но ты не выводишь со мной. Мы оставим и цаумы, а лучше делаем, чё хотим, сука, нам можно. Я хочу, нам не нравится. Чё чепуху нам тут трусите, держите руку на пульс. Скоро нагрянем, затусите, по барабану, что тебе не нравится. Было же сказано, терпи, красавица, не суди, но скули вас не касается. Раша тебе не союзный, развалится, понял? Разного класса, разные лица, реки, озера, поля и столиц. Это наш дом, сука, как не гордиться. Можешь проверить, пойти залупить. Шит, сюда иди, слышь, делай доталово, коли не слышь. Где-то под полом там пикала мышь, чем ты на запад еще удивишь. Все эти санкции лишь заставляют в ответ улыбаться. В гости ворвались, забыв постучаться. Ты нас запомнишь, как женщину в красном. Ты нас запомнишь. И тот самый русский медведь. Не смейте базарить впредь. Вы можете лишь хотеть толпою нас одолеть. Тот самый русский медведь. Не смейте базарить впредь. Вы можете лишь во сне толпою нас одолеть. Тот самый русский медведь. Не смейте базарить впредь. Там еще камера выглядит, это вообще пиздец. А, давайте закончим. Честно, вообще качает битокс, сама песня мне понравилась. Я бы даже танцевал бы пианино на работе, что-нибудь пописал бы. Ну а так вообще, в принципе, все огонь, мне понравилось. Это то, что демонстрация там из мультфильмов и тому подобное. О том, что они говорят и показывают то, что не важно, какой национальности человек и так далее. Даже вот этот негр, он хоть как бы понять, что другой типа это. Ну, блядь. Я выражусь так, короче, что другой цвет кожи, но это не волнует. То, что другой цвет кожи... Так как он все равно, живя в России, может, даже он родился в России и является русским, чисто русским человеком. Главное помнить, даже то, что в конце видео было указано, неважно, какая у тебя фамилия, главное, что ты проживаешь в России. А всем спасибо, кто смотрел это видео, подписался, поставил лайк, оставил комментарий. В этом году хочу прям много видео сделать, очень много.